Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы продолжаем играть в Ведьмака, а именно в DLC под названием «Побочные эффекты». Собака что-то там жрет, он сидит. В тюрьму пойдем мы сейчас, наверное. Там какой-то супер боец, практически универсальный солдат, блядь. Есть. Кто не помнит, кто не смотрел предыдущие серии, напомню, нам надо 2000 аренов собрать для того, чтобы выкупить болвана Лютика. Так, органы, экспонаты. Все. Блять, вот по поводу Милки непонятно. Сколько раз ее мне стоит сыграть с Милкой, попробовать выиграть? Я уж, блять, сколько раз с ней играл. В прошлой серии в конце играли, выиграли. И до этого я ее выигрывал. Что-то никак. Несколько раз, что ли, надо ее ебануть, не знаю. Зайчонок. Так. Как она эффектно волосики закидывает назад. Ну да ладно, у нас... Мы отправимся в тюрьму. А именно в тюрьме проводят нелегальные бои. Нелегальные бои. Сейчас дойдем, глянем, что там за такой боец разрекламированный. Но, возможно, придется, кстати, где-нибудь покурить. А, кстати, а мы вот еще тут не были. Мы же еще сюда не заходили. Нам тут послушница тоже задание дала. Нирка. Алтарь Мелителли. Ну-ка, я что-нибудь пожрать сейчас дадим. О, мед, нахуй. Получено амела. Чем могу помочь? О. Есть работа для ведьмака. У меня есть работа для любого, кто хоть немного разбирается в травах. Что тебя интересует? В Изиме без проблем можно найти игольчатый мирт, вербену и волчьи алоэ. За порцию каждого из них я заплачу 3 орена. Хм. А подороже растения мне где найти? В канализации растет зеленая плесень, а также грибы-шибальцы и собачья петрушка. На кладбище можно найти переступень, ласточкино зелье и чимерицу. За порцию каждого я заплачу по 6 оренов. Откуда ты столько знаешь о травах? Я жрица Мелителли. Училась у матери Нэнэке в известном храме в Иландере. Лучшей травницы, чем мать Нэнэке, просто нет. Я много раз был в храме в Иландере, и я знаком с Нэнэке. Нэнэке лечила меня после того, как некая стрыга ранила меня в шею. Если вновь соберешься туда, обязательно передавай ей привет от Нирки. Я видел выжженную яму за храмом. Несколько недель назад там стояла небольшая хижина, мастерская юного и очень энергичного алхимика. Ему некуда было идти, и я разрешила ему устроить в хижине лабораторию. Что-то я не видел там хижины. Однажды я услышала громкий взрыв. Я так понимаю, один из его экспериментов закончился неудачно. Теперь я молю Мелителли, чтобы она позаботилась о его душе. Траву ей надо. У меня, кстати, вот трава-то есть. Игольчатый мирт. 10 можем продать, да? По 3 арена. 30 аренов, блядь, конечно, похуй. Так, 30 аренов. Это что? Вербена? Тоже за 3. Волчья алоэ. Я просто не знаю, нужны нам эти травы, блядь, не нужны. Да все, продадим нахуй. Так. Амела. Амела по 5, блядь. Большие, блядь. Маленькая по 3, блядь. Ай, блядь. Так. Угу. Мы можем, кстати, жрачку продать. Вот сыры-то, блядь, кстати сказать. Амела, арбузы, блядь. Жрачка столько не стоит. Вот дело-то в чем. Получена амела.
виноград, вот там ее в этом самом, в баре можно, ну почем ты ее продашь, блин? Сахарная куколка. Один арен, блядь. А тут все-таки три арена. Так, давай-ка еще. Чем могу помочь? Во, у меня 9 амел. По 5, блядь. 45 аренов, нахуй, только что заработали, блядь. Как с куста. Отлично. О, великая Мелителя, прими наших пациентов под свою опеку и избавь их от всякого страдания. Смотри, а тут комнату переделали, тут вообще другая комната стала. Ладно. Что это? Книги. По свиточек сразу подрежем. Рецепт серебряницы. Свиток содержит рецепт следующей смазки для меча. Так, тут какие-то перегородки поставили. Больной мужчина. Может, кто-то есть для задания, может, кому-то что-то принести надо. Блин, первый раз тут окна увидел, блин. Тут никого. Послушница. Время молитвы. Это у них тут растения, что ли, растут? Да, какие-то всякие разные. Ну нет, вряд ли тут, конечно, что-то уже осталось. Ладно, погнали отсюда. Выход. Маленько подзаработали баблишко, и хорош. Еду можно сюда относить. Выгоднее продавать. Вот, кстати, еще игольчатый мирт насобирали. Так, 3 мирта, считай 9. 9 аренов. Ладно, давай глядеть, что у нас тут. А, в тюрьму, блядь. Вот, оказывается, мы узнали происхождение ямы этой. Тут какая-то домушка стояла. И какой-то алхимик. Что-то, видимо, может, какие-то эксперименты делал. Подорвал ее, блядь, вместе с собой. Дурак, блядь. Ладно. Ну что, тюрьма. Тюрьма, надеюсь, уже там все в сборе. Не надо там ждать до полуночи, еще там до скольки-то. Блин, а тут нет никого. Эй, придурок, блядь. Выходи. Да, я просто так могу открыть. Да? Лютик, когда же настанет тот день, когда ты перестанешь вляпываться в неприятности? На этот раз я не виноват. У меня был отличный план. Видишь ли, советник невероятно богат, и он позволил жене полностью распоряжаться его активами. Лютик, мне совершенно неинтересно, каким образом ты собирался ограбить замужнюю женщину. И это мне говорит человек, который так хорошо ладит с прекрасным полом. Кстати, как там Йеннифер? Я не хочу об этом говорить. О, кажется, я задел тебя за живое. Ты выглядишь как индюк по весне. Ну ладно, извини. Йеннифер? Лютик, я узнал, что ты занял деньги у клыкача. С каких это пор ты за мной шпионишь? С тех самых пор, как ты связался с дурными людьми. Ты вообще представляешь себе, кто такой клыкач? Благоразумный деловой человек. Хватит уже бояться за меня. Дипломатия мой конек. Клыкач – убийца. Он держит у себя в подвале пару выверн. Скармливает им тех, кто на него косо посмотрит. И у него целая банда головорезов, таких же, как он. Ты, как всегда, преувеличиваешь. Он не посмеет причинить мне вред. Я знаменитый бард, я выступал при королевских дворах. Сомневаюсь, что для клыкача это важно. Он просто тебя прирежет. Да?
Да, блядь. Береги себя. Долбоёб, блядь. Ну где тут чего? Закрыто. Так, Ральф Дубин. Ну-ка, вставай нахуй. Что нужно? Я слышал, тут проводятся бои за деньги. Ты ослышался. Это городская тюрьма. Мы следим за порядком. Я победил пару парней в кудлатом мишке. Они сказали, что ты деловой человек, с которым можно о деле поговорить. Видимо, они ошибались. Не кипятись. Кое-кто говорил, что ты умеешь драться. Заходи вечером, посмотрим, что можно сделать. Я зайду вечером. Что нужно? Насчет кулачного боя. Ты не понимаешь слово «вечер»? Это когда на улице темно, а на небе звезды и иногда даже луна. Возвращайся вечером, ведьмак, ясно? Бывай. Слышь, придурок, блядь. После заката время вечер, 7 вечера. Блять, это придется объебаться нам до вечера. Реклама какая-то. Вам не нравятся затяжные сражения? Любите решать проблемы одним ударом? Двуручный боевой молот Терминатора. Вот решение, которое вы так долго ждали. Бля, где нам покимарить до вечера? Еба. Человек клыкача. Я тебе уже говорил. Ты можешь идти, куда глаза глядят. Но только после того, как рассчитаешься с клыкачом. Это точно. Говорил. Что за хуйня? Я тебе... Это то... А, типа это... Сработало, блин. Закат. Тут у нас объявление, ничего нету. Бля, где же нам покемарить-то? Там был костер раньше. Костра сейчас нету, к сожалению. В кудлатую мишку опять идти, ну, блядь. А хули делать-то? Придется идти. А к Вивальди мы заходили, да? Дом дверь купца. Что? А что тут за купец? Дверь сторожишь, мешок с блохами. Спокойно, спокойно. Раз ты здесь снаружи, значит, внутри есть что-то ценное. Тебе бы сейчас косточку, да? Попробую что-нибудь вкусное для тебя найти. А у меня есть. Я ляжку, блядь, курячую не продал. А, сосед, блядь. Вот, мясо, еб ты. Не нравится? Ишь, разборчивый какой. Ладно, если свежее мясо тебе не нравится, попробую достать тебе что-нибудь получше. А, не понял, блядь, а чё такое, нахуй? А ему не понравилось мясо? Пиваса, может, ему нахилит? Фрукты сушеные вряд ли он, наверное, будет, блядь. Может, хлеба ему? Не хочет, блядь. Там фрукты сушеные у нас еще есть. Тоже не в восторге, да? Блин, но у меня больше нет ничего. Я ногу продал. Милители, блядь. Ёбаный рот, а. Я слишком много работаю. Ну, покупать я точно. Хотя, хуй знает, что там лежит. Но мы можем сейчас зайти в бар и там по бочкам. Я умираю. Прошвырнуться. Может быть, что-нибудь там найдем. Так, барышня, ты тут просто стоишь, да? Покупать точно ничего не будем, блядь. Потому что... И так денег в обрез. Хуй знает, где еще 1000 целую надо надыбать. Так, бочка. Блядь, тут пива столько. Тут нихуя вообще. Гриф... Так, это этот...
владелец таверны. Я всегда была умницей. Его надо перепить. А может быть... Ну-ка, подожди-ка. Эй, ты, Грифон. Добро пожаловать в Кудлатого Мишку. Чем могу помочь? Мне бы переночевать, поесть чего-нибудь. Да, это... давай. Я по... Да. Переночевать, подожди. Сейчас выкинем вот эту хуйню. Блядь, что-то я хотел у него спросить, я забыл, блядь. Сука. Переночевать, да? Блядь. Да, мне бы... Этого... Я по... Да. О, бесплатно? Да ты что, нахуй? Бесплатно. Давай один частный. Нет, давай два. Блин, а чё я тупанул-то? Надо было посмотреть, может, у меня очки? Нет, очков, по-моему, нет у меня у нас для распределения. Так, ты, Гриффиндорф. Добро! Мне бы... Это... Я по... Да! Ну, погоди! Подожди. Да не, вряд ли у нас есть очки для распределения. Нету ни одного. Я бы прокачал... Ой... умение питье, дабы перепить их тут всех. Там алкаш есть, которого надо перепить. Вон алкаш сидит. Все, погнали в тюрьму. И этого Гриффиндорфа, блядь, тоже. О, бочка есть, что за хуйня. Тоже Гриффиндорфа надо перепить, блядь. Булочка. Ну, булочка, думаю, собак есть не будет. А вот бутер с ветчиной будет собака жрать? Я умираю, я знаю. Бутер. Так. Жизнь. Бедняк. Древи. Тут это, ты всю ночь тут шарахаешься, блядь, алкаш ебаный. Где дом-то, блядь? Я уже забыл. А, все вспомнил. Бочка. Ну-ка. Сахарная куколка, блядь. Сахарная куколка. Ну, чего-то тут, давай. Сторожевой пес. Где... А, бутер-то, блядь, она не захотела, нахуй. Может, булочку? Нет, не хочет. Толк с тобой говорить. Так, 4 арены. Не понял сейчас. А, тут какую-то лавку поставили, что ли, вроде не было. Не помню уж. Эй, может, надо жареное какое-то мясо, еще что-нибудь. Уж у нас вот ляжка была курячая. Да ебаный раз. Ляжка курячая была, нахер я ее продал, блядь. А кто сдал-то, блядь? Что нужно? Как проходят бои? Не твое поганое дело. Хочешь развлечься? Вперед, в горячие бедра! Говорят, тут проходят бои на деньги. Возможно, если кишка не тонка. Я хочу драться. Хорошо. Чтобы выйти в финал, нужно победить ящера и криворота. Победишь их, будешь драться с Ривом. Он у нас чемпион. Передай Риву, пусть начинает готовиться. Готов к бою с ящером. Взнос 75 аренов. Не будем терять время. Мне нравится твой настрой. Ладно, идем в камеру. Так, это ты, Риф-то, блядь? А, это ящер, блядь. Так, блядь, он мне... Ебанул.
Ай. Так, ладно, один готов. Ну это без прокачки кулачного боя причем. Тяжелая у тебя рука, ведьмак. Мне жаль твою женщину. Такая уж у меня профессия. А женщин я не бью. Бей бабу молотом, будет баба золото. Сходи к Ральфу, забери свою награду. Поздравляю! Вот твои 150 аренов и вступительный взнос. Это была просто разминка. Готов к бою с Криворотом? Взнос 125 аренов. Блин, сохранится бы, конечно. Готов. Идем в камеру. Да это, блядь, мордоворот, блядь. Там главное перехватывать его, блять, вот не успел. Ну. Главное перехватывать, не дать ему ударить, блять. Так. Пока нормально все. Готов тоже. Сейчас нормально быть бабок-то поднимет. Ну? Мои зубы, сукин сын! Ты мне зубы выбил! Успокойся, они все равно были гнилыми. Пошел ты! Деньги забери у стражника! А сюда больше не приходи! Отличный бой! Твой приз 250 аренов и вступительный взнос. Отлично, переходим к Риву. Рив принял твой вызов. Взнос 225 аренов. Поставь на меня, капитан. Я готов. Рив отличный боец. На твоем месте я не был бы так уверен в победе. Ведьмак, я слышал, у тебя проблемы с клыкачом. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. Видишь ли, мне нужно выиграть этот бой. Ральф обещал отпустить меня, если я выиграю. Блять, не, я, наверное, не буду соглашаться. Мне плевать на твои проблемы. Мне плевать на твои проблемы. Ты дерешься или нет? Ты ведь не из Ривии, правда, ведьмак? Хотя мне насрать. Деремся. Он земляк, оказывается. Рив. Бля, это тоже вот... Ну, наверное, ебанет нахуй на пол этого, на пол здоровья. Ну. Да, в угол. Бля, пропустил, сука. Ай. Да не так все плохо. Ой-ой. Бляха, муха, ебошит. Там бомжара какой-то еще валяется под ногами. Ой. Есть. Победили, блядь. Ведьмачьи чары. Тьфу, зараза. Осторожнее. Если долго будешь на ведьмака пялиться, запаршивеешь. Я не боюсь, у меня оберег есть. Забери свою награду у Ральфа, а с клыкачом сам разбирайся. Рив повержен, я впечатлен. Твои 450 аренов и вступительный взнос. А ты не думал о том, чтобы подписать контракт? Например, со мной. Хочешь, чтобы я дрался за тебя? Нет, спасибо. О, неплохо.
Чемпионом я стал. 675 аренов. 1800 практически уже набрали. Так. Зажиточный горожанин. Риф крут! Никто его не победит! Да? Снова проиграл. Азартные игры меня погубят. 1800, как с куста. Сейчас надо еще что-нибудь там сделать. Это во-первых. Во-вторых, что у нас там по заданию-то есть? Давайте глядеть. Сторожевой пес. Травы для богини. Я могу перед... Так. Ну, это храм Мелителя нам показывает, да? Не-не-не. Один из домов Уизима охраняет довольно злобный пес. Это означает, что в доме что-то есть ценное. В обычных обстоятельствах я бы не стал прибегать к подобным мерам. Но время на исходе, надо спасать Лютика. Придется найти какую-нибудь еду, чтобы отвлечь пса. Блять, а как, какого пса? Какого, говорю, господи. Я делал грузило, теперь он считает меня достойным человеком. Всех членов братца. Братства, точнее. Солдатское братство. Надо. А кого там? Еще мне надо перепить ведь этого. Перепить кого? Бармена, блять. Точнее этого. Владельца таверны. И вот с собакой что-то непонятное, блядь. Сторожевой пес. Бля, придется, может, купить что-нибудь там все-таки. Я просто не знаю, где еще нам 200 аренов, блядь, найти. Ну, нам в любом случае надо вот в это вот братство, блядь, вступить, я так понимаю, для прохождения. Сейчас травишки надерем. Так, трава. А тут нету, блядь. Еще, видимо, не выросло, что ли. Под потлатым мишкой. Сейчас зайдем. Сколько мяса, интересно, стоит? Там по двадцатнику, наверное, блядь. Не меньше. Я знаю. Мои старые косточки. Что вообще собаке едят, блядь? Ну, блядь, мясо, понятно. Но бутер с мясом она не захотела, блядь. Ей надо, знаешь, какой-то особенный, что ли, блядь. Иеремия Трик. Да пошел ты! Все понятно. Пока. Так, ну-ка, иди сюда. Что подать? 20, блять. 15. Бараний окорок. Цыпленок 25. Охуеть, блять. Так, ну это сука. А по одному покупает, блядь, да? Здорово. Вот это мы сейчас свинина. Давай купим одну, блядь, что делать-то, блядь. Там дело в том, что может это все купиться, блядь, прям махом. Вся эта еда. Может, там, блядь, какое-то нереальное сокровище лежит, блядь. Так, ладно, погоди-ка. Можешь попробовать добежать. Да пошло оно. До собаки-то, блядь. Может, там сейчас вскроем эту домушку, а там будет, блядь, 500 аренов лежать. Может быть такое? Вполне. Так вот бегать, блядь, туда-сюда заебищно. Ну, хули сделаешь. Тебя не так уже далеко. Так, ты, псина, блядь. Мешок с блохами.
с блохами. Не нравится? Ишь, разборчивый какой. Ладно, если свежее мясо тебе не нравится, попробую достать тебе что-нибудь получше. Блядь, ты охуевший собака. Свинина, блядь. Не нравится? Да ты охуел, блядь, просто, блядь, ебаная шавка, нахуй. Нечего на меня рычать, дворняга. Ой, нихуя себе, блядь. Где ты меня похоронишь, когда я умру? Нихуя себе, блядь. Собаки напали, блядь. Ты не сдохла, что ли? Ой, как больно. Задание не выполнено. Да ладно. Я провалил задание по собаке. Погоди, ну это хоть того стоило, интересно знать. Кремень. Ачук. Сука, я хер его знает, что там ей этой собаке ебаной надо было за мясо. Сейчас посмотрим вообще, что тут есть. Может, тут и нет ни хера, блядь. Я бы тогда переиграл, может быть. Так, шкаф. Только не говорите, что тут только кремень, блядь. Вот сундуки. Опа. Блядь, 250 аренов, нихуя себе. Я могу отдать долг уже. Долг клыкачу. Может, еще тут есть что-нибудь наверху? Волчья алоэ. Купца тут нету, как я понимаю. Блин, обидно, конечно, что задание-то провалили. Ну ладно, в рот ебать че. Я, по-моему, в основной игре ни одного задания не провалил именно. Я их не выполнил там, да. Но именно провалить такого, по-моему, не было. Погнали к клыкачу. 2000 у нас. Сколько у нас там? 2004, блядь. Хорошо, что я там не купил еще один кусок мяса, блядь. На то бы не хватило. Хотя могли бы к Милителе бы сходить. Там продать еду. Поменять, точнее, на мелу, блядь. Где они меня похоронят, когда я умру? Так. Надо приготовиться к бою-то, блядь. Да? По поводу долга. Ты уже собрал деньги? 2000. Забирай. Всего 2000? Когда Лютик вымаливал деньги, упоминались проценты. Я чертовски долго ждал этих денег, так что тебе придется выплатить и эти проценты. Сколько? 1000 аренов. И смотри, ведьмак. Ты ходишь по охрененно тонкому льду, а под ним сижу я и жду, когда же ты провалишься. Не перегибай палку, клыкач. Мы договаривались о 2000. Ведьмак, ты знаешь, что такое немезида? Это экстракт чистого возмездия. В данном конкретном случае это один злобный сукин сын. Я. У меня есть один недостаток. Сукин сын, угрожающий мне или моим друзьям, может разбудить во мне бешеного волка. Парни, похоже, ведьмак вызвал вас на бой. Когда с ним разберетесь, бросьте его в подвал. Вы, верно, проголодались. Так, ну чё тут, блядь? И это всё? Нет, ещё один.
Вот это, блядь, да. Блин, там виверны еще и, да? 150 аренов, охуеть. А я деньги-то мне отдал? Да как, а я ему деньги отдал еще, плюс ко всему. Так, где тут еще трупы-то валялись, эй? Охуевшая тварь, блядь. Так, вот, что у тебя тут? Полтинчик. Полтинчик тоже неплохо. Виверны, да? Так, это нахуй не надо. Где клыкач-то, блядь? Я, может, сохраниться нам? Так, сохранюсь, правда, что. И сейчас, опа, шкафчик есть. Подлечиться бы, конечно. Ягодку съедим хотя бы, блядь. Ну, наверное, пойдемте в подвал. Так, серебряный меч, может быть, достать нам. Эй-эй. Так, вторая там. Ручная виверна, блядь. Блядь, рано, ебаный свет. Я сдох, нахуй. Так, нам надо с полным здоровьем туда идти. Это, я так понимаю, клыкач-то и есть, блядь. А у меня зелья же какие-то там были. Ласточка, по-моему, у меня была все-таки, да? Давай-ка глянем. Да, есть. Ну-ка, пей. Сейчас восстановим. Давай что-нибудь еще съедим для полного счастья. Вот булочку. Так. Сейчас здоровье восстановится. Можем. Может быть, уже можно идти. Сохранюсь еще раз, да? Так, нет, давай-ка мы серебряным их поебашим. Вот хорошо, что они сразу нападают с лестницы, причем поодиночке, блядь. Клыкач. Блядь, что за хуйня, почему? Там труп лежит. Пидор какой, а, блядь. Проценты, сука, ему надо. Пошел ты нахуй. Проценты, блядь. Где мои деньги, нахуй? Спонсор. Чего спонсор, блядь? Тоже какое-то задание провалили, блядь. Бля, вот, 2000, нахуй, наши. Солдатское братство тоже не завершено, блядь. Но мы... Раньше, короче, наебали, блядь, чем все вот эти вот задания сделали. Раньше клыкача загандошили, блядь. Ну а хули делать-то? Хули тянуть-то, блядь, правильно? Да, два задания провалили. Три уже получается, блядь. Три задания провалено. А нахуй мне это братство, блядь, с другой стороны, правильно? Мне нахуй не нужно это братство ебаное, блядь. Я и сам запиздошил всех просто. И все. Сейчас, может, какие-нибудь вопросы, конечно, возникнут. Но с другой стороны, мы договаривались на 2000, блядь. Пошел нахуй, ни о каких процентах речь не шла.
Что нужно? Бывай. Где этот долбоёб, блядь? Вставай. Геральт, как мило, что ты решил навестить бедного старого друга. С клыкачом я разобрался. Нам нужно убираться из города как можно быстрее. Прямо гора с плеч, честное слово. Спасибо, Геральт. Меня совершенно не радовала перспектива захлебнуться собственной кровью в каком-нибудь темном переулке Визимы. Позже, Лютик, сложи об этом балладу. А сейчас хватай шмотки и уходим из города. Хотя, сначала, пожалуй, зайдем в баню. Слишком уж от тебя смердит. Постоялый двор! После этого мы долго обходили Визиму стороной. Его место занял Иеремия Трик по прозвищу Могила. Вы, верно, его не интересовали, и он пустил их на мясо, а сам занялся торговлей фисштехом. Но это уже другая история. Так, что-то, блядь, какая-то нестыковка. Подожди. Могила, это было в основной игре. Но события этого дополнения вроде бы как происходят. Через год после основной игры или за год. Но если Могила встал на уровень, на место Клыкача, тогда выходит, что за год. Могила же был в основной игре, и мы его там тоже ёбнули, блядь. Непонятка немного вышла. Ну да ладно. Так. Может, какой-нибудь кривенький перевод был? В начале. Так, погоди-ка. А ну-ка мы посмотрим. Цена. Нет, тут вот не говорится. Ладно. Там надо будет пересмотреть, может быть. Разобраться во всем. Ну, судя по тому, что сказал Лютик, то события происходят, наверное, как раз за год, блядь, до основы. Все. Дополнение закончено, как раз, блядь, на серию. А следующее какое-то называется «Обманки». Обманки. Ладно, обманки так обманки, блядь. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.